поговорим об устройстве газона. Если вы у себя решили на участке сделать газон, для этого нужно набраться терпения и выполнить ряд определенных требований. С чего начнем? Для начала нужно с участка убрать весь мусор, камни, кирпичи, фольгу, бутылки. Ни в коем случае нельзя это закапывать, так как это неблагоприятно влияет на рост и развитие растений. Затем нужно удалить все сорняки и ненужные растения, перепахать участок и потом выбрать все корни, которые остались от предыдущих растений. Если вы решили у себя на участке оставить свою землю, то нужно обратить внимание, какой состав этой земли. Если она глинистая, то в нее нужно добавить песок. Если она у вас песчаная, то туда нужно добавить торф. Но если вы все-таки решили приобрести землю, то нужно покупать у организации, которая имеет право продавать эту землю, и требуйте с них сертификат качества этой земли. После удаления сорняков земля должна выглядеть вот так. Она должна быть выровнена. Обязательным условием подготовки площадки под газон является выравнивание. Есть еще один важный момент. Если ваш участок заполочен, то обязательно нужно сделать дренаж. Для этого нужно убрать плодородный слой земли. Затем на 10-15 сантиметров насыпать щебня, его утрамбовать. Потом насыпать на 10 сантиметров песка, укатать и сверху положить плодородный слой земли. Это также помогает от кротов. Чтобы получить такой газон с такой плотной дерниной, что для этого нужно знать? Нужно правильно выбрать семена. Семена нужно покупать в садовом центре, в которых есть сертификат качества семян, посмотреть, в какой упаковке он хранился, и состав семян. Часто производители занижают норму высева семян на квадратные метры. Но вы этому не верьте, потому что, чтобы получился хороший, красивый газон, нужно высевать 50 грамм на квадратный метр. Если вы редко приезжаете к себе на участок и не хотите, чтобы газон выглядел неухоженным, то можно в семена традиционного газона добавить смесь цветочного газона. Эта смесь широко представлена в магазинах садовых центров. Особое внимание нужно уделить стрижке, так как она не только придает внешний вид газону, но и также является прекрасным средством для борьбы с сорняками. Некоторые сорняки многолетние, они не выдерживают стрижку, и после нескольких раз косьбы они погибают. Стричь нужно в сухую, недождливую погоду, не очень низко, не выше 8 сантиметров. Будет изумрудно-зеленый газон, который вас будет долго-долгое время радовать. Спасибо за внимание.